remind you to keep your belongings inside and stay aware of your surroundings. If you see something suspicious in the station or on the train, tell a police officer or an MTA-3. Thanks for riding with us. Окей, девочки и мальчики, это мы сейчас идем Сохо улица. А вот такая вот штука у нас происходит. Расскажи про... Это раз, вот тут Louis Vuitton палёны продают. Только что прошли целая улица. Сколько? 2, 3, 4 блока. Палёные Louis, Dior. Какие-то вещи хорошо сделаны, возможно, их просто украли на райтах и продают, когда типа были митинги. Но я не уверен. Так что если что... Улица, на чем мы идем? На Лафайет? Этот рыбный рынок, блин. Пойдем. Вот. Просто, блин, народу тьма. Пандемия, привет. Ребята, а что по пандемии? Пососемся с языком. Не, ну это что-то вообще крейзи какой-то. Без масок сидят. Интересно. Правда, бизнес вовсю у людей идет. Ага. Ты куда? Нам туда. Интересная картина, интересная. Ой, тоже, ребят, красивое местечко. Очень мне здесь нравится. Аж стошнит сейчас. Не, ну красиво, красиво, ничего не скажешь. Ой, смотрите, ребят, здание прикольное строится. Влогирует. Да. Влогирую. Ну, мне очень нравится. Ну ты можешь. Я могу. Ой, обратите внимание на попу Тимофея. Ну зачем закрыл? А вот идем. Сюда. I love New York. Ну что, хватит. Подожди, давай вот типа так. Истинно верующая. Данки на долларовая шлюха. Истинно верующая. Неважно. Ой, ребятушки, смотрите, прикольно. Это церковь же? Очень красиво. А что там за флаг? Гейский флаг. Гейский? Первый раз такой вижу. Это такая лужаечка. Очень красиво. О, ну такие прям шикарные улочки, девочки и мальчики. Я забрал слово влогировали. Корабли влогировали, влогировали, да не вылогировали. Корабли влогировали, влогировали. Нет, мальчики и девочки влогировали, влогировали, да не вывлоголовировали. Господи. Так, Никита, опять ты, блядь, свой мусор не убрала? Это мой дом. Дом, милый дом. Не издеваюсь. Ой, покажи полынки эти. Ой, девочки. Ну, вы поняли. Ну, все, видели? Достаточно. Идем дальше. Так, ну, красиво. Так тихо, тут уютненько. Я бы тут жила. Да, от ребят очень классно. Или это правильная часть? Не, ну, тут прям уютненько и... Ну вот машина сейчас едет, мне не нравится, конечно, этот звук. Так, вот тоже, девочки, смотрите, как украсили. Ну ничего так, ближе подходить не буду, мне лень. А это тоже украсили так? Типа Хэллоуин? Подожди. Как украшают дом всем, как... That's how you used before you were hot. That's how you... Да. Так, девочки, мальчики, сейчас мы пришли к Диме на работу. Вот она вся тут в работе сидит.
Даже вот, видите, у нее сейчас пот течет, как заработалось. И без маски сидит. Подметьте, эта галочка поставьте, работает без маски. Все у них тут в Apple. Так, что посоветуете? Пойти ратибляться. Ну, так, у меня, конечно, 18+, но не настолько. Расскажите нам, Дима, чем вы тут занимаетесь? Я считаю, что в блоге без матов просто неинтересно смотреть, поэтому я мотивируюсь. Ну так рассказывай давай, чем ты занимаешься, какие услуги предоставляете? Может, кто-то будет в Нью-Йорке, и вот заходите, Skincare. И как у вас полностью называется? Body Factory. Body Factory, Skincare. Предлагаем Injectable сервис, это ботокс, филлер, все, что хотите, с Ромой Колем. Вот, еще у нас есть фейшл и лазер. Так что выбрать есть из чего. Все самое вкусненькое тут. Добро пожаловать в Нью-Йорк, девочки. Ты уже там столько ничего не снимаешь. Вовремя достала камеру. Да. Ой, девочки и мальчики, последний день. Ну, точнее, все, я уже улетаю. Сегодня, через, я не знаю, 10 минут поеду в аэропорт. Вот такая вот красота. Эх, неохота уезжать, честно. Вообще не хочу. Красавица тоже вон проснулась меня провожать. Вон там, смотрите, тоже вид какой шикарный. Вот как отсюда уезжать, девочки, мальчики? Вот как? А не знаю как. Ладно, у меня мало времени, ребят. Так что скоро увидимся в Майами. Девочки, я, короче, вообще запыхался, еле успел на посадку. У меня, по идее, через 10 минут посадка заканчивается. Я сейчас быстренько все прошел. На секунду подумал, что у меня стырили ремень, и он меня просто сзади зацепился. Фух, бежал, как бешеная. Сначала не в ту сторону побежал, не к тому выходу. В итоге, короче, вроде успел, сейчас задыхаюсь. Но все нормально, сейчас полетим в Майами. Хотя так не хочется, я бы тут остался. Все, девочки, я в самолете и мальчики, так что скоро вылетаем. Сейчас быстренько еду домой. Сегодня вечером вам расскажу немного про полет, который у нас сегодня был. Это, конечно, вообще... У меня такое в первый раз было. Сразу две вещи в первый раз у меня такое было в самолете. Сейчас я уже заказал такси. Сейчас подъезжает уже такси, так что еду домой сначала, потом на работу. Ребят, в общем, я уже дома. Историю про самолет, думаю, лучше снять отдельное видео. Поэтому, если вам нравится такая идея, ставьте палец вверх. Подписывайтесь на канал. И увидимся в следующих видео. Всем пока-пока.